Всем привет! Меня зовут Вероника Москвитина, и я участница проекта «Мисс Блокнот 2020». И сегодня расскажу вам о погоде на пятницу и ближайшие выходные. В Ставрополе 21 и 22 августа ожидаются осадки. В пятницу температура воздуха составит 25 градусов. Дождь пройдет ближе к вечеру. А в субботу потеплеет до плюс 26. Возможно, гроза. В воскресенье столбик термометра покажет 23 градуса. Синоптики предсказывают пасмурную погоду по всему Ставрополью. В Минеральных Водах, Железноводск, Ессентуках и Пятигорске ожидается дождь и температура воздуха до плюс 23. В субботу же столбик термометра поднимется до плюс 24, но к непогоде добавится гроза. В воскресенье столбик термометра опустится до плюс 20, но дождь сойдет на нет. Август – самое время, чтобы прокачать свой дом или дачный участок. Если вы ищете способ, как же сделать это максимально выгодно и максимально быстро, добро пожаловать в рубрику «Хозяйство» на сайте «Блокнот Ставрополь». Здесь вы можете узнать секреты выбора арбуза и меда, также рецепты домашних заготовок и рекомендации по уходу за огородом. Кроме того, в этой рубрике блокнот размещает полезные советы от читателей. Подробности, как всегда, в описании.